Итак, короткая инструкция, как пользоваться нашим слоем. Первое. Выбирайте слой. Второе. В настройках определите количество объектов, радиус поиска, тип объекта, квартира, участок, дом или комната, и аренда или покупка. Через камеру мобильного телефона мы видим объекты недвижимости вокруг нас. Цифры обозначают количество комнат. Место расположения объектов соответствует реальности. Выбирая объекты, мы видим подробную информацию о них на экране. Если какой-то объект привлек ваше внимание, все очень просто. Выбирайте объект, затем либо перейдите на сайт Dom.ru, чтобы почитать о нем подробнее, либо сразу же позвоните в агентство. Дополнительные возможности нашего слоя. Просматривать все объекты в виде списка. Просматривать все объекты на карте. Использовать навигацию для того, чтобы телефон доставил вас к объекту. В круге сверху мы видим скопление объектов вокруг нас в выставленном радиусе. Мы можем менять радиус или менять количество объектов, если ориентироваться в таком количестве неудобно. Для работы слоя достаточно скорости интернета GPRS. И нужно, чтобы вы находились на улице или в машине, чтобы спутники определяли ваше место расположения. Приятного использования!